Школы Калмыкии вошли в перечень организаций, реализующих профориентационный минимум в новом учебном году. Для учеников 6 по 11 классы по четвергам внеурочно будут проходить занятия по профориентации «Россия. Мои горизонты». Каждая школа самостоятельно определяет уровень реализации профминимума и делится на три уровня – базовый, средний и продвинутый. Базовый уровень включает профориентационные мероприятия в школах в соответствии с методическими рекомендациями. Средний уровень подразумевает, что школа участвует в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». А продвинутый уровень позволяет школам организовывать дополнительные мероприятия самостоятельно. Министерство просвещения России разработало 100 тысяч комплектов материалов, которые педагоги могут использовать во время занятий, чтобы связать тему предмета с различными профессиями. Профориентации также посвящен отдельный раздел в части воспитательной работы. Например, экскурсии на производство, тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и Калмыку имени Городовикова. В графике школ запланировано не менее двух родительских собраний в год на эту тему.